Матрешку со свистком во рту бурно обсуждают в интернете уже больше месяца. Сувенир появился в продаже к Мундиалю. Оказалось, что эту продукцию производят в городе Кирове. Фото матрешки-неваляшки быстро разлетелось по социальным сетям и уже набрало тысячи острых комментариев. Мнения разделились. Одни называют новую матрешку пошлой, а другие не замечают в ней ничего вызывающего. Эта матрешка – футбольный сувенир грядущему чемпионату мира. За последние несколько дней вокруг нее кипят нешуточные и даже неспортивные страсти. В социальных сетях фото матрешки со свистком набирает тысячи комментариев. Кто-то называет новый сувенир неваляшкой шалуньей, а кто-то говорит, что действительно видит в ней футбольного арбитра с судейским свистком, как и было задумано. Оказалось, что заказ на изготовление скандальных матрешек кировской фабрики поступил от московской сувенирной сети магазинов. Кировские мастера работают по эскизу столичного художника. То есть они не сами разрабатывали образ такого футбольного арбитра. Зато, как отмечают на кировской фабрике, благодаря неожиданной популярности матрешки стали продаваться гораздо лучше. Вообще, я как бы не вижу, что обсуждает там каждый, ну, от меру своей испорченности. Что обычно они валяшка там. Там ведь не только как бы там у них, у тех ребят или у той организации, кто разработал это, там их три неваляшки разработано. Почему к этой там прицепились? Сегодня матрешку от кировских мастеров продают и в сувенирных лавках, и в аэропортах. Если раньше до ажиотажа вокруг свистка она стоила 800 рублей, то сейчас ее цена начинается уже от 1500. Некоторые говорят, что эта матрешка может стать и неофициальным символом чемпионата, потому что символизирует игру в футбол нашей сборной.